Всем привет, друзья, с вами Григорий Риджард, и добро пожаловать в город Арисатовск. В общем, в последнее время у меня пока что мало новостей, потому что у меня не было желания делать видео. Да и тем более, обновлений в последнее время было очень мало, потому что не хватает, потому что не было времени, не было идеи для строительства. Но есть что, ну, в принципе, есть что рассказать, тем более. Я решил как-то скомпоновать этот выпуск, скажем так. То есть у нас будет именно у нас обзорного видения, а также обзор одного из домов, который, точнее, построек, которые я успел построить, может быть, неделю назад. Или больше того. Ладно, хорошо. Сегодняшнее нововведение в этом выпуске – это гостиница «Славянка». Вот такое пятиэтажное здание. Вот. Далее, здесь у нас какая-то парковочная зона, продание небольшая, всего на 7 мест, правда, еще маловато, но тем не менее. Можете я еще одну здесь такую же здесь вот сколько сделать, то есть будет уже не на 7 мест, а на 14 точно. Также в связи с открытой гостиницей автобусная остановка улица Агалакова была переименована в остановку гостиницы «Славянка». Здесь также. Так, вот у нас выглядит холл на первом этаже, тут у нас туалет, мужской и женский, вроде они одинаковые. Две раковины, то есть здесь воронки, и две кабинки, то есть одинаковые. Далее у нас ресепшн, то есть что-то подобие регистратуры, где мы заказываем какой-то номер в гостинице, нам дают ключи от него, от номера в отеле гостиницы, и мы идем занимать номер. Также у нас есть кабинет, это у нас кабинет отдел по работе с общественностью, то есть руководство связывается с прессой, телевидением и так далее. Ну, тут у нас сидят работники отдела, тут у нас книжные полки, где всякая информация содержит. Администрация, тут почти так же. И технический персонал, ну, то есть уборщики, технички. Вот. Тут у нас небольшой фудкорт, то есть такой. Я планировал ресторан сделать, но из-за того, что здание небольшое, к сожалению, вот ресторан вместить не особо не удалось. Но хотя бы фудкорт сделал. Небольшой, но зато хоть что-то влезло. Кухня фудкорта тоже небольшая, но все по фэншую. Ведь все как по стандарту, как говорится. Тут холодильники, раковины, печки. Это типа книжный полк. Это как полка с рецептами. Правда, это ткацкий станок просто повернутый сбоку. И дальше у нас морозильная камера. Дальше у нас идет лестница наверх, а дальше лифт. Вот первый вайсатовский случай, когда я использую вместо лестницы, для лифта я использую подмостки. Подмостки, извините. Вот, поднимемся на последний этаж. Вот. Тихо. Мне кажется, глюк произошел. Вот, поднялись на последний этаж. Вот у нас номера в отеле одинаковые, поэтому зайдем в любой номер. Вот, например, в этот номер. Тут у нас все по фунту, можно сказать, все, как можно сказать, по-спартански, то есть все как обычно, то есть две кровати, два верстака, два сундука маленьких, шкаф такой вот и книжные полки. В остальных номерах в этой гостинице то же самое, только повернуто. То есть, в общем, все одинаково, короче говоря, здесь. Ладно, спустимся обратно, я могу отправиться на. Так. Я не знаю, какой-то глюк здесь вот, под мостках здесь. Да. Так, ребята, извините, мне нужно было немного прорваться, потому что произошла неприятная ситуация в лифте. То есть, ну, как-то вот глюк произошел, мне пришлось на время снять, немного переделать там. Чтобы вы понимали, это где-то в районе 3-4 этажа, если не помню мою память. Ладно. Ой, блин.
Да блин, отпусти меня. В общем, что хочется показать следующее? Следующее, что хочется показать, это вот пока что небольшие нововведения, которые планируется сделать. Это у нас парк такой вот. Я пока что не присвою ему и пока что никакого звания, название, имя точнее, через кого. Ну вот, пока что вот это, можно сказать, небольшой набросок, такой вот, небольшой. Тут у нас дорожки, тут, возможно, размещу, то есть, будут деревья, там, беседки и так далее. Вот как в том же парке Василевского, только будет побольше. Да, вам может показаться, что я, можно сказать, много, можно сказать, взял для парка, но тем не менее. Я могу, конечно, хоть уменьшать, хоть наоборот обратно возвращать, но не больше, чем 228 блоков, если в сторону балластной улицы. Кроме того, здесь несколько проходов в парк, то есть с этой со стороны перекрестка, со стороны общежития, то есть это будет центральный вход, и со стороны остановки, вот. И даже еще один со стороны, то есть в сторону хрущевок. И да, вот я забыл от себя добавить. Здесь также планируется возвести микрорайон с тех же хрущевок или еще даже пятиэтажек. Так, я провел здесь, пока что провожу. Вот как только проведу, можно сказать, дорогу внутриквартальную в сторону, в этот массив, тогда вот, можно сказать, начну возводить там многоэтажные пятиэтажки. Ну, небольшой микрорайон создам здесь, такой вот, из человеников. Ладно. В общем, как я сказал ранее, этот выпуск будет немного комбинирован, то есть обзор последних нововведений, а также обзор той постройки, которую я сделал, может быть, неделю, может быть, пару недель назад. Так вот, сегодня у нас на обзоре это дворец культуры имени Кирова. Вот. Он располагается по адресу проспект Ленина, дом 10. Напротив него располагается баня секретной пеканки и Саратовский университет. Да. Что у нас внутри? Вот у нас кассы, 4, у нас всего 4 штуки. Два входа в зал, то есть вход в зал номер 1, вход в зал номер 2. Гардероб такой вот. Дальше туалет, правда, общий. Вот такой вот. Но тоже все по стандарту, то есть 2 раковины, 2 кабинки. Вот. Хотя я, можно сказать, я не пробовал делать кабинки туалетов из полублоков, чтобы вы понимали, сделать из березовых люков. Я, конечно, этого не пробовал, но можно проверить, вдруг это нормально будет. Блин. Это что будет читать, а? О! Вы? Ну, да. Так, дальше у нас тут, типа, там висят всякие объявления, то есть, типа, какое представление там будет в ДК, то есть, какое-то собрание и так далее. Вот, я, честно говоря, можно сказать, влюбился в такой вот березовый люк, ну, потому что, можно сказать, красиво выглядит, даже здесь его не стыдно применить. Дальше у нас такая вот, можно сказать, еще одна доска, где-то у нас указано, то есть, в честь кого назван дворец культуры, вот. Тут у нас сиденье и все вот. Дальше зайдем в зал. Так, тут у нас проход в зал, тут у нас кабинеты, тут у нас администрация. Вот. Дальше технический персонал. Кабинеты одинаковые, но единственное, что изменено, только таблички. Бухгалтерия. Отдел по работе с общественностью. Вот. И директор ДК. У нас такие вот сиденья, вот такие вот сиденья. Я не помечал, где вот какой ряд, раз, два, три. Шесть рядов, а вот номера сидений я не помечал. Дальше вот такая вот сцена. Здесь у нас два входа в закулисье. Тут в закулисье у нас небольшой склад, у нас декорации, костюмы, тут у нас гримерка, туалет, мужской, женский.
И небольшая комната отдыха. Вот, где артисты сидят и отдыхают. И специальный выход из гримерки. В общем, это все, что я решил вам показать, друзья. Понравилось или нет, решать вам. С вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи для видео, а также для проекта для города Айсатовска. Залетайте также в группу ВКонтакте, ссылка в описании, в группу АЭС Браво Айсатовск, также в описании под видео, в чат в Телеграме и на сервер Дискорд, ссылка тоже в описании под видео. Все. С вами был Грегори Эджвард, я являюсь основателем и владельцем города Айсатовска. До новых, всем пока.